Новые подробности самого обсуждаемого во Франции романа. Скандально известный журнал «Клоузер» утверждает, что глава французского государства Франсуа Олланд и актриса Жюли Гайе тайно встречаются более 2 лет. Другими словами, их отношения начались еще до президентских выборов. Скандал разразился на прошлой неделе, когда «Клоузер» опубликовал статью, в которой сообщил о романе 59-летнего президента. Глава государства пригрозил журналистам судом, но опровергать содержание публикации не стал и обратился к журналистам с призывом не вмешиваться в его личную жизнь. Гражданская жена Олланда Валери Триервейлер после скандального известия оказалась на больничной койке.